На сегодняшний день в Перми над дорогами развивается порядка 500 размещенных рекламных растяжек, которые не соответствуют нормативным актам по безопасности дорожного движения. Случается, водители отвлекаются на красочную рекламу и в результате становятся виновниками аварий. Ситуация с незаконными растяжками длится уже не первый год. В настоящее время на территории России действует общегосударственный стандарт по безопасности дорожного движения, в котором сказано, что над проезжей частью размещение рекламных конструкций запрещено. Судебные решения о демонтаже по отдельным объектам в Перми уже вынесены. В конце 2014 года был создан прецедент по применению норм права, которые в некоторых случаях ограничивают, запрещают размещение рекламных конструкций вблизи дорог. Демонтаж рекламных конструкций осуществляется при содействии ГИБДД. Также ведется работа по аннулированию разрешений на установку. Собственникам рекламных растяжек дают возможность добровольно убрать конструкцию. В случае невыполнения предписаний они будут демонтированы в принудительном порядке. Над дорогой должно размещаться лишь то, что относится к процессу дорожного движения. И, как правило, это дорожные знаки. Ну, возможно, в некоторых местах это надземные пешеходные переходы либо другие конструкции, которые имеют отношение к дороге. Первыми демонтировали две рекламные растяжки в Дзержинском районе. На очереди остальные районы города.